Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль. Это у нас Opel Mokka 2014 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 1,4 литра на полном приводе, механическая коробка передач. Один владелец, кузов весь в родной краске, очень хорошая комплектация у автомобиля, красивый внешний вид, чистенький, аккуратный, ухоженный автомобиль. Переместимся в салон автомобиля. Давайте начнем, конечно же, с багажника. Я вам покажу, каких же все-таки размеров здесь багажник. Вот такой вот здесь огромный багажник. Места вполне здесь достаточно. Плюс, если не хватит места, полочку можно снять. Задние сиденья у нас откидываются, и пространство будет еще гораздо больше. Так что так, багажник мы с вами рассмотрели. Давайте переместимся в салон автомобиля. Сзади нас с вами здесь встречает чистенький ухоженный диванчик. Все красиво, все аккуратно, состояние хорошее. Переместимся вперед. Спереди у нас с вами такой же замечательный салон, сиденье. Карте дверей, панель, водительская дверь. Состояние замечательное. Давайте рассмотрим комплектацию данного автомобиля. Так, значит, в комплектации у нас с вами имеется мультируль. С мультируля можно управлять штатной системой, круиз-контролем. Также у нас с вами 4 стеклоподъемника, блокировка дверей, блокировка стеклоподъемников, регулировка зеркал. Есть датчик света, корректор фар, подсветка приборов. Так, механика у нас с вами идет 6-ступенчатая. Ручник работает исправно. Здесь у нас с вами располагается помощь при спуске с горы, эко-режим. Так, двухзонный климат-контроль, электрообогрев руля, подогрев передних сидений у нас с вами здесь на 3 режима, что очень удобно. Управление штатной аудиосистемой, кнопка отключения стабилизации, информационное окно. В комплекте будут 2 заводских оригинальных ключа. Итак, значит, у нас с вами заведен автомобиль, ровно работает мотор, ошибок никаких не горит, пробег на автомобиле составляет 161 тысяча километров. Ну, машина на самом деле хорошая, обслуженная, приятная, лично мне она нравится. Данный автомобиль находится в наличии в автосалоне столицы, приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв, заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль. Если все устроит, машину сможете приобрести по системе 3.1 в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь, желаем хорошего настроения, всем доброго, до свидания.